Ребята, которые пришли заниматься в сентябре, показали, чему они научились за это время. В этом году в первые классы пришли более 100 детей. Они изучают тонкости хореографического искусства, учатся играть на фортепиано и народных инструментах, петь и рисовать. Катя Жучкова 2 года ходила на занятия в отделении раннего эстетического развития детской школы искусств. Девочке очень нравится петь, поэтому на семейном совете было решено продолжать учебу на вокально-хоровом отделении. Мне очень нравится здесь учиться, здесь очень хорошие педагоги. Я нашла здесь очень много друзей. На празднике первоклашек их родителей приветствовала директор детской школы искусств Наталья Колповская. Она отметила, что школа с ее традициями и хорошим педагогическим составом дает детям все необходимые знания и навыки, чтобы развить творческие способности. Хочу вам пожелать терпения, хорошего настроения, творческих успехов. С праздником! Будем очень рады видеть вас на наших мероприятиях. Пройдет несколько лет, и сегодняшние первоклассники станут выпускниками, умеющими петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах и рисовать. А на эти годы детская школа искусств станет для детей вторым домом, где каждый день будет наполнен новыми творческими успехами. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.